эфире программа «Законы успеха», я ее ведущий Николай, гость программы, пастор, евангелист, миссионер Петр Нехайчук. Богу смотрит миссия и церковь. Источник жизни. Источник жизни. Петр, спасибо за время, что вы все-таки с такого бурного трафика смогли вырвать эти полчаса или час для того, чтобы записать эти съемки. Я думаю, что, друзья, очень многим сегодня будет интересно услышать, как же все-таки начиналась такая огромная, скажу, машина, которая сегодня движется не только в нашей стране, а по многим странам. Петр Нехайчук, евангелист, пастор церкви «Источник жизни». Также Петр является основателем миссии «God will provide». 14 июля 2004 года Петр и пять его единомышленников открыли миссию под названием «Бог усмотрит» с целью нести Евангелие всему миру. Буквально год спустя, в 2005 году, родилась церковь «Источник жизни» и первый мужской реабилитационный центр в городе Портленд. На данный момент в миссии насчитывается 168 служителей, которые трудится в 14 странах мира. Началось из того, что Бог изменил мою жизнь. Вот, я сидел в церкви и был хорошим христианином, пел что хоры. Такое бывает, бывает, что в церкви, думаю, да. Бог меняет. Да, делал хорошо, пел, играл иногда. Вот. И, значит, Бог изменил мою жизнь. То есть я начал думать, что дальше. Если я вижу, в церкви не каются люди, если я вижу, что моя жизнь не меняется, она в том же уровне духовном и остается, я начал думать просто. И Бог зажег сердце мое, и мы открыли миссию, назвали ее «Бог усмотрит». Нас было 5 человек. В данный момент, конечно, за 8 лет уже прошло больше, наверное, 500 человек. Только здесь, у Портленде. За 8 лет 500 да, человек? За 8, да, здесь церковь переполнена в Портленде. И также мы имеем 18 церквей еще в других странах. Все это за 8 лет? Да, за 8 лет. 18 церквей. Мы имеем 5 реабилитационных центров. Мы имеем миссионерскую школу. И 3 детских дома сейчас и 4 в строительстве. То есть... Один уже в Индии работает, 2 в этот год уже открытие будет, и 4 имеют строительство. И дальше эта машина больше и больше раскручивается, и мы просто радуемся, что Бог очень сильно благословляет нас. Вот. Это не хвалясь тем, что вот мы там, это все делать наш любимый Бог через простых людей. В нашу миссию пришло очень... много людей, которых Бог зажег их сердца. Начинали, сколько у вас было человек? 5 человек. 5 человек. И вот. Сейчас, спустя 8 лет, сколько человек? Сейчас больше 500 посещает, но больше... Но, я имею в виду, команда ваша из скольки человек состоит команда, по всем странам? Сейчас у нас 68 человек только волонтеров и 100 миссионеров. 168 человек. 168, да. И еще сейчас началась школа, у нас будет начало, то 150 человек записалось, то есть это число будет увеличиваться, потому что мы имеем международную такую, мы хотим даже открыть ассоциации церквей и миссий, чтобы это все входило, и Бог благословляет. Откуда у вас такая школа? Ну, вот создать откуда такую большую машину. Откуда это? Нам Бог положил на сердце и открыл нам, чтобы мы открыли эту школу. Я вообще эту школу очень сильно боялся с детства. Я не очень любил учиться. И, значит, я боялся. Но когда услышал голос Божий, что Бог хочет, чтобы эта школа, я сказал, пусть будет воля твоя. А как вы услышали этот и голос? И подошел ко мне пророк, может, если кто верит, пророк. Я думаю, в Библии там есть написано. Был такой пророк Исаия, Иеремия. Мы верим, что есть и в наше время пророки. И подошел и сказал, вот ты возвратись домой, когда я был на Украине, и приедешь, и открывай школу. Я сказал, братья, я хочу повиноваться Господу. И моя команда все поддержала в этом. И мы открыли школу. Но интересно, чудесно началось. Мало началось, сейчас много, больше, больше. Даже сейчас уже 3-е здание, которое мы меняем, потому что не вмещает. На фулл-тайм. Полное рабочее время. 8 часов учеба идет. Молитвы, посты. И потом мы после школ, когда мы
отправляем на 4 месяца на миссию наших миссионеров, и они идут и трудятся. И приезжают зажженные огнем Духа Святого. Потому что, видишь, школу открыть можно. Сертификат получить какой только хочешь цвета можно. Сегодня очень много. Да, школы. Но сейчас есть очень какие-то, как неправильные школы. Нету огня. И мы вревнуем о том, чтобы был огонь Духа Святого на этих людях, и помазание Божие было на миссионерах. Понимаешь? Тогда они приведут людей к Иисусу. Понимаешь? А когда огня нету, я говорю, мы вас можем поучить, мы вам можем рассказать очень много. Пригласите различных учителей. Откуда этот огонь взять? Бог его сам дает? Или человек Бог дает. Все-таки должен какие-то шаги предпринять? Бог дает этот огонь. Брат, кому Николай, хочет или... Кому хочет, и каждому, и тебе тоже, и мне. Всем. Господь дает огонь, и Он дает на коленах, когда мы молимся, когда мы в посте пребываем. Как взять его? Когда взять? Очень просто. Говорит, из чрева потекут реки воды живой. Почему-то не с уст, не с головы, не с какой-то руки, а вот именно из внутри меня, то, что я, чем я наполнен. И если, конечно, знаешь, брат, если у нас правильные цели, то Бог огонь дает. А если неправильные цели, нет огня. Это очень важно. Если бы не откровение, если бы Бог вам не сказал, вы бы служили сегодня? Я служил бы. Пытались бы служить людям, или все-таки вы продолжали бы сидеть в церкви и в хоре петь? Можно служить людям. И можно делать, и много делать работы. Но главное делать то, что хочет Господь. То, что Он хочет. И потому мы очень ищем, мы ни одной точки не открыли. Почему вот миссия так начала развиваться? Потому что мы слышим голос Божий, и мы хотим повиноваться Ему и едем туда. Какая бы эта страна ни была, у нас, допустим, есть церковь в Австрии, это шикарный город. Самое первое место по экономике и по уровню жизни, это Австрия, Вена. Там есть церковь. И вот сейчас мы приехали с Пакистана. Мы были под охраной, и оружие там сохраняли нас, братья. Я говорю, слушайте, а можно без этого? Они просто рассмеялись, говорят, вас просто расстреляют здесь, как кроликов. Этого нельзя делать. И мы дали подписку, значит, нашим правителям, нашим людям, которые нас вызвали, чтобы мы обеспечили вас охраной. Поэтому это невозможно. И мы поехали с радостью и в Вену, мы поехали с радостью и в Пакистан. Или если поедем в Ирак, Иран, нам разницы нет куда. Мы знаем, что это воля Божья. И потому есть большая разница. Просто поехать, пригласили тебя. А есть то, что Бог говорит, то, что Он делает. А если Бог молчит? Значит, и тебе молчать надо. То есть реально молчать, ну, да, и ничего молчать, не двигаться. Ну, есть же люди сегодня по 70 лет ждут, когда есть. Бог что-то скажет. Почему? Есть один человек подошел ко мне и говорит, я хочу стать миссионером, вот, когда мне финансы будут. А я ему сказал, ты не станешь никогда им, дорогой друг. Потому что сколько у тебя лет? Он говорит, 65, ну... Я не думаю, что уже после 65 лет финансы придут, если их уже не было. То есть нужно идти, нужно двигать, нужно молиться, нужно идти и просить у Бога, конечно, и ждать ведения от Него. Когда вы почувствовали или узнали, что это, ну, действительно это ваше призвание? Понятно, что Бог говорит, Бог, может быть, Бог использовал Иоанна, да? Для чего? Буквально для единственного, может быть, своего дела. Потом, в конце концов, Иоанну голову отрезали, и все. Он сделал свою миссию. То есть, бывают такие моменты одноразовые, да? Как бы Бог использует человека. Когда вы конкретно поняли, что это ваша миссия, и вы действительно, это ваше призвание, в котором вы должны работать? Это было 2003 год, 18 октября, в 3 часа ночи. Ух ты, так все точно. Точно. С 3 до 4 я встретился с Господом. Как? Что это за встреча была? Просто встретился, брат. Понимаешь? Встреча. Как апостол Павел когда-то шел своим путем, а потом он встретил его.
Почему она меня изменила полностью, мою жизнь? Во-первых, когда Бог меняет человека, он перестает заниматься тем, что он раньше занимался. Я раньше там бизнес интересовал очень, был бизнес, траковая компания. Хотелось там что-то. Потом я посадил свою семью. Во-первых, она, семья моя увидела на моем лице нечто необыкновенное. Говорит, что с тобой? Говорит, глаза, говорит, светятся. Лицо другое. Я говорю, все. Я встретился с тем, которым буду служить. Вопрос такой. Хочешь ли ты пойти за ним или нет? Трудно будет. Переживание будет. Возможно, смерть. Возможно, что-то будет другое. Испытание. Мне постили испытание. Я малярией болел 5 лет назад. Я 42 дня пробыл в коме. Умирал. Много другого испытания. Но я знаю, что это верный путь. Понимаешь? И потому я посадил свою семью, сказал, что жена дорогая, вот так сегодня изменяется полностью моя жизнь. Вот. И мы пошли, и началось вот это движение, это God will provide, миссия Богу смотрит. Там и название правильное, там все правильное. Почему молодежь зажигается, почему мы только едем, начинаем служить другие, это же не так просто. Понимаешь, мы едем, и люди вот, жертвуют, люди видят, что Бог, понимаешь? И потом Бог изменил мою полностью жизнь, и вот уже 8 лет. Что это было, когда вы почувствовали, что это было видение, это было да, откровение? Когда вы встретились с Богом? Это было видение Божье, да. Я видел Господа, Он позвал меня в свой виноградник. То есть Он что-то вам сказал? Да, сказал, что сказал? Ты избран евангелистом для проповеди Евангелия. А ты себя бизнесменом как бы. Да. Да, сначала тракист, потом евангелист. Вот смотри, какие действия Божьи. Вот сейчас я их могу сотни рассказать. Ну вот сегодня, смотри, вот ты избран евангелист. Ну что дальше? Я сижу дальше, я в хоре пою. Но когда Бог сказал, и через 8 буквально дней, меня 8 епископов, кстати, Иван Петрович Федотов покойный и другие ряд, ну, можно сказать, консервативных братьев, не разобравшись, даже не спросили нашего пастора, кто он такой, и стали в церкви в Сакраменто, где 300 человек, и благословляли на евангелиста, так это он. Представь, человек бизнесом занимался, поехал, 8 епископов, там, благословляет тебя. Ну, ясное дело, что что-то связано с финансами, но это связано все с Господом. Сколько прошло времени с того времени, как вот вы получили откровение, до того времени, вот когда вы начали? У меня быстро все получается. То есть по жизни такое? Все. Даже сказали, что если бы ты был Давидом, то ты бы уже на следующий день был бы на месте Саула. Ну, почему-то так я быстро очень все делаю, хочу так. То есть через 8 дней. Через 8 дней. Через 8 дней после откровения Господь. Ну, вот, то, что помазали 8 дней. Когда все вы начали действовать? И сразу после этого действовать начали. Сразу же. Не отходя от... То есть вы собираете команду? Сразу, какие ваши сразу я после этого сказал, хорошо, я буду ездить на миссию. Сразу пришел ко мне брат Джани Ткач. Прекрасный вы брат. Приходите в церковь и говорите, я вот хочу заняться вот этим. Вот этим мне Бог сказал, правильно? Или что-то у вас нет, было? Нет, они знали, то они сделали там, конечно, серьезную беседу. Потому что прочитали, что евангелист больше пастора. Понимаешь, это проблема сейчас. А, вон как. Портфельно. Почему? Погоны. Почему, да, у нас немножко другое видение. Вот скажи, Коля, в какой церкви американской рекламируют наклейки? Говорит, вот клейте вы наклейки. В какой церкви у 22 года Бог открыл, что человека Бог избирает на служение, сейчас растущая церковь Сакраменто. 22 года брат поехал. Скажи, то есть у нас видение немного другое. Почему трудно иногда понять нас? У нас видение такое, насаждать церквя по Америке и делать международные. Как вы собрали вот таких же команду? Я представляю вот вас сейчас на месте Моисея. Моисей, Бог ему говорит, встреча была приятная, хорошая. Моисей поверил, решил себя посвятить, приходит к своим,
Ну и вот такой вот встает перед какой-то стеной. Ну как это рассказать? Все-таки этот барьер разрушить и донести своим братьям или вот вашей команде. Как это получалось? Смотри, я не ходил, не собирал их. Они сами пришли. Интересно. Потому что он дает их. И если Бог открывает, он все дает. Он дает финансы, он дает здания, он все необходимое снабжение. Наша задача – слушать его. Харизматический такой у вас подход. Ну как, он все дает, брат. Понимаешь, вот чем интересно. То есть собрались вокруг вас сразу? Собираются и соберутся. И очень много соберутся. Очень много. И таких сейчас единомышленников 168? 168 еще тысячи будут, а потом миллионы будут. В каких странах вы сейчас работаете? В 14 странах. Какие? Вот, это Хондурас, это, значит, Америка, это в Канаде у нас зарегистрировано. Потом очень сильно работаем в Африке, в двух местах. Детские дома строятся, церквя, евангелизации, Африка, Кения, Мозамбик, Индия работаем, в Бангладеше работаем, вот, в Индонезии работаем, в Пакистане сейчас работаем. Сейчас, вот, после 7 лет, Бог перевел нас на такой уровень, пошел по мусульманским странам. Все точки, которые очень опасны, нас начал эффективно? Посылать. Эффективно? И еще больше эффективно, как где? Поехали в Пакистан. Никогда такой поездки не было, была успешной, как Пакистан. Купили сразу землю. Сразу приехали, купили землю. И очень сильно Господь нас там благословил. И там будет строиться сейчас детский дом. Вот. То есть и в Индии трудимся. Уже Индия очень давно, мы сначала трудимся в Индии. Вот. На Украине трудимся. Вот в трех местах. В Австрии трудимся. В Мексику так постоянно автобус ездить. Вот прошлый месяц 4 раза только съездил. Где больше чувствуете, ну, как бы больше эффективность проявляется со стороны, скажем, ну, неверующих людей? В Африке очень сильно, там тысячи людей идут. Вот недавно только 300 идут человек как? Крестилось. Идут вот как быстро идут, так и бывает ослабевают? Нет, именно 300 человек – это подготовленные люди. Не только вот вы покаялись и крестите, здесь другое мнение такое. Покаялись, крестились, а все, Иисус с вами. Ну, можно приехать 50 тысяч людей собрать, без проблем. И все покаются, и если белые одежды, все скажут аминь. То есть разница. А есть люди, которые подготовлены. Мы там имеем тоже церкви, и мы подготавливаем. Но в таких странах, как Украина, Австрия, очень трудно. Люди материалисты. Там, где больше материалисты, там труднее. И труднее даже в Америке здесь служить Богу. Потому что примерно вот пакистанцы, они молятся по 5 раз. Вот у нас было служение 3 раза в день. Суббота, представь, 4 часа пакистанцы начинают петь Господу Аллилуйя. И с рупортами, с микрофоном. В 10 молитва. Вечером служение. Там посещение. Ну, то есть... Люди привыкли служить Богу, это в Пакистане. В Африке люди привыкли поклоняться идолам. Они привыкли ощущать, что им нужен, им что-то нужно. Они спиритисты были. А потом познали Бога, они ищут другой силы. Если я оставил нечистую силу, то, Господи, дай мне другое что-то. Дай мне Духа Святого, дай мне дарование. Они ищут, и Бог там действует. А здесь уже Европа и Америка, здесь... Немножко материализм. То есть мы 5 минут помолились, а 2 минутки давай на работу туда-сюда. То есть очень трудно работать. У вас работа, вы приезжаете и продолжаете, или приехали, там насадили, сделали свое дело, развернулись и уехали, и разбираетесь, ну как бы кого-то ставите со своих. То есть вы если входите, так работаете на месте, конца, да? До смерти. Мы змеи убиваете, наши миссионеры. Малярию болеете, уже, наверное, больше 10 человек. Мы никогда не уедем оттуда. Если даже кто-то пострадает или кого-то убьют, все равно мы приедем, потому что нас послал туда Бог. Я не могу удержаться, когда я сяду в самолет. Я еду, я достигаю того, что хочет Бог. Как ваша семья на это? Да? Нормально. Аллилуйя. Если видит Господа.
Если они видят чудеса не каждый день, а каждый час. Телефонные звонки, у нас в Ваксере есть молодежи сейчас, миссия на Ваксере. Там вот, вчера передают там контейнер матрасов пожертвовали на, значит, эту, детский дом. Там 5 колодцев, люди, которых мы не просили, копают, хотят. Там миссионеры идут, там появился человек, пакистанский язык знает, говорит, братья, если надо, я буду вам переводить. И понимаешь, ты так, вот как Бог, ты только оглядываешься, ты только смотришь. И думаешь, Господи, кто я такой, что ты избрал меня? Вот это наш. Так как вы достигли уже определенного успеха вот в своей сфере, какие, считаете, законы существуют, вот, чтобы достичь, скажем, вот, в той сфере, в которой вы трудитесь, или вообще в любой сфере? У человека есть определенные законы, уровень. У Бога Он избирает людей. И знаешь, я тебе скажу, Коля, что я вообще удивлен Господом, что Он меня избрал. Я говорю, вообще, кого? Слушай. На кого ты обратил внимание? Я недостоин, понимаешь, быть твоим, но Он дает, понимаешь. Именно вода течет там, где низко. Понимаешь, можно очень шикарно, понимаешь, вот служение сделать, светомузыку закрутить, группу прославления. Можно очень много, это очень легко. А вот быть в уделе Его, это не так просто. И потому у Бога закон такой, там, где низко, туда вода течет. И с тем Он имеет общение. Вообще-то, я думаю, Бог имел общение и с богатыми людьми, и с средними, и с простыми, со всеми. Но все они были смиренные духом. Все они очень любили Бога и искали Его. Единственное, что у меня было, я очень любил Господа. Пастор Петр, какая ваша вот самая такая глобальная мечта, ради чего живете или вот, жить хочется? И у нас мечты не было. У нас не было мечты церковь создать, или братство, или там какие-то. У нас одна же была мечта привести грешников ко спасению. У нас сейчас стоит. И у нас планы сейчас в 195 стран поставить церковь, детский дом, рехаб или же медицинскую помощь оказать. Потом развиваемся. Допустим, мы в Индии открыли, мы сейчас в Индии не развиваемся. Ну, развивается церковь обычно там. Но мы пошли в Бангладеш, пошли там в другие страны. Вот. И там мы хотим так вот поставить, чтобы... Это наша цель. Вот. И мы об этом говорим, и это будет. Что для вас счастье? Счастье? Вот это ездить, и вот это, вот моя задача вообще-то, вот моя, кстати, не очень-то пастырская, а именно открывать новые церкви, новые места и благословлять других братьев, молодых пастырей на служение. Вот этого я очень жажду и хочу, и это я делаю. Поэтому церковь уже поднялась у нас, я больше в отсутствии, здесь очень много, у нас 7 пастырей, никаких проблем нет. О том, чтобы благословить. Потому оно развитие, когда идет, знаешь, вот, у нас, и постоянно у нас нехватка. У нас, допустим, эти 7 пасторов не сидят, труд место там. Они все в работе. Наше время очень летит и подходит к своему концу. Расскажите, дайте свои данные. И вот если человек какой-то из телезрителей хочет как-то быть участником, партнером и спонсором вашей программы, вашего ведения, где вас можно найти? Очень просто. Вы можете обратиться. Да. Дорогие братья и сестры, мы представляем миссию «Бог усмотрит». Как по-английски «God will provide» наш веб-сайт. gwprovide.org и телефон 503-761-6161. 503-761-6161. Вы можете выйти на нашу страничку или также на Фейсбуке набрать God Will Provide, видите наше служение. И да благословит вас Господь, если вы поучаствуете в пожертвовании, мы всегда нуждаемся, потому что хоть и есть спонсоры, у нас маленькие, но все равно мы имеем нужду в этом, то вы можете поучаствовать, вот, сделать пожертвование. Вот. Или же
Самое главное, и что больше, если вы сами приедете к нам в школу или поедете на миссию, то вы сможете действительно потрудиться на Ниве Божьей. Наша программа «Законы успеха» подошла к ее концу. С вами был ее ведущий Николай и гость, пастор Петр Михайчук. Спасибо за такой искренний диалог. А мы с вами, друзья, прощаемся. До скорых встреч в эфире. Миссия «Бог усмотрит» была основана в городе Портланд, штат Орегон, в 2004 году с целью проповеди Евангелия всему миру, открытия центров реабилитации, строительства детских домов и открытия новых церквей. 7 лет назад Господь побудил наши сердца, чтобы открыть миссию «Бог усмотрит». И сегодня мы видим через наше служение много братьев и сестер, которых Бог изменил их сердца. Мы сейчас трудимся не только в Соединенных Штатах, но и за пределами ее. Это в Африке, в Индии, в Хондурас, на Украине и в Австрии, и в других странах мира. За что мы благодарим нашего Господа, что Он нас избрал для такого серьезного служения Ему. В данный момент миссия «Бог усмотрит» несет служение в 8 странах мира, где около 50 сотрудников, посвятивших свою жизнь для миссионерства, строят детские дома, открывают реабилитационные центры, а также проповедуют Евангелие местным жителям. I want to tell you today that Jesus Christ is passing by today. Jesus came with this group today so that He can deliver you of your sins. It's a Saturday night. He woke me up the next morning and said, come to church with me. And then He will be with us. Because Bible says, I'm a Bible. And I believe so that God is here with us.